Приветик. Я чувствую, тебе не хватает веселья в жизни. Посмотри этот видосик, и я думаю, тебе станет весело. Это небольшая нарезка клипов за сентябрь. Приятного просмотра. Так, ребят, ну кольцо мне нужно. Точно. Вот с язмы нужны плечи, блядь. За плечи готов в жопу даже дать. Как это, блядь, ну, супер без плечи. На свое уже как бы все поймано. А можно сначала в жопу, а потом плечи? Ну, как вы, можно. Как вы, ну, если выпадут, то... Ну нахуй, это пиздец какой-то, что, блядь, за хуйня? Гниль, блядь. Ползучая гниль, блядь. Мак ливнул, чтобы вы понимали. Ёбаный рот, блять, этих рандомов, нахуй. Они ебанутые на голову. Если чё, свичнемся в ДЦшку. Я Роги еще дизарм дам. Без станов по нему поиграем. Блин, монах, у тебя такой приятный голос. Не забудьте, Рия, мы сами себя это... Вообще не трогайте мобов. Здрасте. Здрасте. Здорово. Ага, стопэ. О, шоса. Ты шоса? Забор покрасить. Я голос другой. Я новый этот. Поехали. Изи. Понял, принял. Че? Танцуем. Чё, можно потанцевать? Ну что, потанцевать нельзя? Чё ты бил? Нет, там не так. Ебать, там ржёт кто-то. Отвернулись. Как побежали. Это чистый килл, кстати. Никто не умер. КЖ, ёпта. Брат, стой. Я сейчас популярно вам объясню. Послушайте, у вас за фазу вам приходит проститутка. Она раздает 5 сифилисов. Вам нужно, чтобы каждый получил по сифилису, понимаете? Так, если вы вместе не переспите дважды, вы сдохнете. Вот послушайте логику. Вам нужно, чтобы одна проститутка обслужила всех поровну. Усвойте себе вот эту идею, пожалуйста, в голове. Сложно так. Нихуя не понял, но, допустим, пусть будет так. Можно я буду первый? Послушайте, например...